Весна, пора пробуждения. Природа просыпается после долгой спячки. Мир озаряется солнечным светом, и душа просится ввысь. Так и хочется сказать, как прекрасен этот мир, прекрасен в своем многообразии. Меняются времена, меняются люди, но как приятно, когда старые добрые праздники по-прежнему остаются с нами. По примеру наших отцов и дедов, мы с радостью поздравляем друг друга с замечательным днем весны, мира и труда. Пусть нынешний Первомай принесет в каждый дом оптимизм, счастье и благополучие, здоровье, мир и радость. Майские праздники – одни из самых радостных, ярких и светлых. Первомай полон добрых примет и традиций. Это бурное цветение природы, улыбки и радостное настроение, теплые встречи в кругу семьи и друзей, надежды на лучшее будущее. Первомай мы всегда встречаем с особыми чувствами. Для нас это символ весны, мира и созидания. Живут в России разные народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Один рыбак с рождения, другой оленевод. Один кумыс готовит, другой готовит мед. Одним милее осень, другим милее весна. А родина, Россия, у нас у всех одна. 1 мая – праздник мира, весны и труда. Этот день олицетворяет собой стремление человека к созиданию, миру и благополучию. Он служит отправной точкой для хороших начинаний и интересных перспектив. Поздравляем вас с праздником! Желаем вам и вашим близким всего самого доброго, здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть небо над вами всегда будет без туч и гроз. Пусть будет хорошим и добрым каждый новый день. Желаем, чтобы даже в сложные дни жизни вы видели, как прекрасен этот мир. Ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен. Субтитры сделал.